Добрый вечер, друзья. На ваших экранах рыбка. Знаете, как это? Где твоя улыбка? Рыба продается под названием белая рыба. Или по-простому white fish. То есть сказать более точно, что это за рыба, мы не можем. Света, скажи, что происходит, почему она перевязана, как сарделька? Дело в том, что я ее увидела, и она довольно большая. Я стала думать, что с ней можно сделать. Так. Но поскольку я не знаю, какой вкус у этой рыбы, вообще понять не имею, я подумала, раз она большая, ее, может быть, можно попробовать закоптить. То есть мысли о том, что, ну и пусть себе лежит, раз я не знаю, что это, такой мысли не возникло. Нет, ну такая большая, хорошая рыба, вот эти два куска, это все одна рыба. Понимаю. А еще без головы. Что с ней сейчас будет? Ну, она замариновалась. А в чем? В чем? А в чем она замариновалась? Ну, да. По-хорошему надо мариновать ее солью. Вот я, видишь, вот использую maple сироп. Вот это? Да. Так, друзья, это вот сам... это сироп кленовый. Да, кленовый сироп, так. Соль, немножко яблочного уксуса. Ну, хорошо, следующий шаг какой? Замаринованная рыба. А потом ее нужно просушить. Вот она сейчас сушится? Нет, она вот уже просушилась вентилятором. Так. А после этого я сверху намазала maple сиропом этим. Вот это блестит. Да, да, тут смысл вот в чем, чтобы упорились ее поры. Так. Вот, поэтому вот после того, как она замаринована, у нее все поры открыты, она там открыта. Дышит. Соль, да, и если ее в этот момент поставить коптиться, то все из нее вытечет. То есть следующий этап все-таки копчение? Нет, да, но перед копчением надо просушить, поэтому она немножко просушилась, потом я еще ее maple сиропом обмазала, чтобы залепить это все. Так что теперь мы идем коптиться? А там сейчас греется коптильня. Сейчас мы посмотрим. Пойдем посмотрим на коптильню. Вот этот гудящий агрегат под окном нашей кухни. Вот там кухня, где мы только что были. А этот гудящий агрегат является коптильней. Света, представь нам агрегат. Ну а что, это агрегат, чтобы коптить. Они считают, что можно делать гриль здесь, но я им пользуюсь исключительно как коптильней. Тут три режима, вот здесь. Да, вот здесь выставлено вот, три режима. Такой маленький, средний и большой. Так. Маленький где-то 160 фаритов. Покажи, что вот там под крышкой. Покажи. А, там вот эти pellets лежат. Да. Здесь, ну, скажи, ребята. Это хикори пеллетс, а может еще какие? Это, ну, в общем, для аромата. Да. Коптильного. Вот мы сейчас откроем. Они подтягиваются во время копчения. Есть вот аромат тут, или нет? Вот, тут у нас градусник, что ли, что да. Это? Да. Градусник, да, который давай. Показывает, сколько там градусов. Дальше что? Только грязный. Грязный. Видишь? Давай. Ну, вот. И мы вот редко пользуемся. Коптица. Коптица. Вот там огонь. Да. И, не знаю, но оно должно прогреться. Подожди, ой, пахнуло хорошо. Подожди, пахнуло оно должно хорошо. Прогреться, чтобы сюда выпало. Вот. И вот эти pellets. То есть оно на газу, да? На чем оно? Оно электрическое. Электрическое. Ага, вот там и сеть, точно. Вот там из сети. И оно затягивает потихонечку вот эти pellets, маленькие деревяшечки. И коптит потом по-страшному. Прикольно то, что сейчас час ночи. И такой запах стоит, да. Да, и мы чего-то вдруг нам на окно. Нам что-то вдруг захотелось ночью покоптить. Нет, так что... нам не захотелось, но завтра будет гости, поэтому нам нужно сделать заранее, чтобы рыба успела остыть. Все, пошли дальше. Такой Светлана в руках. Электронный градусник. Так, иголкой такой назад. Да, дело в том, что когда она будет готова, да, вот мы включим рыбка. Здесь, да, мы включим здесь вот кнопочка есть, да. Так, вот. Видишь, если я, например, коснусь вот этого сенсора, вот да. Он показывает температуру моих рук. Понял. И когда она там будет где-то там 130 угу. по Фаренгейту, сейчас 73,9 и да. так далее, будет 130, значит она готова. Нам градусник говорит, что там 250 по Фаренгейту, что-нибудь так, градусов 100 с небольшим по Цельсию. И настал момент такой, друзья, настал момент такой, опа-на. Так. Коптись, рыбка большая и маленькая. Так. Оп. Хорошо. И тут совсем какой-то маленький, осторожно, какой-то маленький кусочек. Так мы его положим. Светочка, скажи, пожалуйста, там под дом такой наклонный. Да. Это он откуда? Вот идет? Он стекает ведерко. Ведерко. И что именно стекает в это ведерко, Света? Ну вот если ты жаришь что-то, то оттуда должно стекать. Всякие, что называется, грязь. Да-да. Такой вот, всякие жиры нехорошие, все сюда стекает. Прошло 40 минут, друзья, и мы со Светланой пришли перевернуть рыбку на другую сторону. Слушай, вот маленький кусочек, он, ой, как пахнет, ребята. Маленький кусочек, он что, тоже вот то же самое время тоже? Я его заберу сейчас. Как оно очень?
забирать. Маленький кусочек мы вот забрали. И ты знаешь, вид у него как у сырой. Вот мне тоже кажется, он совершенно какой-то не готовый. Совершенно сырой рыбки. Абсолютно. Вы знаете что? А вот развернулась, и вроде бы и не сырой, и вроде и пахнет хорошо так. Хорошо пахнет. Не, он не сырой. Ну что, попробуем, что ли? Как ты думаешь? Давайте я... Оп, сейчас мне кусочек. А очень горячо, аккуратно. Не очень. Так. Ну как, у нас едобно? Хорошо. Всем рекомендую, друзья. Вкусно? Рыбу белую, копченую. Да, хорошо.